Привет всем! Сегодня я хочу вам рассказать такую психологическую уловку, такой трюк для ума, обманку для ума, которая его типа успокаивает в то время, когда происходят какие-то там проблемы, трэш какой-то в жизни, проблемы с деньгами, проблемы там с финансами, долги, кредиты. В общем, все в этом роде, потому что я это использовала, и мне это помогло. И хочу поделиться с вами. Рассказывая об этом, я предполагаю, что вы знаете, что наше текущее состояние, эмоции и чувств, и наши мысли формируют наши там следующие кадры. И исходя из этого, то есть нам нужно сохранять всегда эмоции, вибрации в положительном настроении. То есть быть в таком состоянии, в состоянии благополучия, типа у нас все хорошо, все классно. Не типа, а так оно и есть. Есть, так оно и есть. У меня, у вас, все у нас так есть. И, короче, когда у меня был там трэш, с деньгами, с финансами, там долги, растраты какие-то, и дохода ноль. Вот был у меня такой момент в жизни, это был не момент, это было растянуто там на несколько месяцев, когда доходы прекратились, а расходы Йоханой Бабай там раскрутились во много этих крат. И там кредиты, то все, и ходишь как этот, бляха-муха, как сказать, кусок говна, блин, и, в общем, понимаю, что во всей реальности там этих нету никаких предпосылок к деньгам вообще, к деньгам денег нету, где их заработать, ну да, я могу там уехать там куда-то там, заработать там копейки, которые не покроют там и третьей части того, что мне нужно. А, ну я же понимаю, я же умная, я же вебинары Ли смотрю. Надо состояние удерживать, состояние, которое соответствует тому, что у меня все хорошо, состояние благополучия, состояние того, что у меня всего хватает, у меня изобилие, у меня изобилие. И как же удержать вот это состояние изобилия? Я себе придумала такую вот игру, что я дочка олигарха, которая решила поиграться. Ну вот все задолбало, ну скучно жить, блин, у меня все есть. Олигарха, ну может быть не просто олигарха, а там супер-пупер там властителя мира, у которого там все, ты можешь себе остров иметь, яхту, все, вот что ты хочешь, все ты имеешь. И типа вот я себе вот это состояние создала, типа я дочка олигарха, такого крутого, охуительно там крутого, которая решила вот и скучно поиграть вот эту игру, типа нищая, пройди уровни, вот достигни там чего ты хочешь, потому что скучно жить-то, блин, скучно. А, кстати, недавно смотрела фильм, на французском телевидении тоже вот такая вот фигня, люди идут в джунгли без еды, без воды, без ничего, голые, их там снимают так на видеокамеру, они там голые, дают там один топорик, нож, они там едят там червяков, жаб, в общем, им надо выдержать 21 день, чтобы там чего-то там достичь, в общем, я не вникала, но люди идут на это, у людей есть все, еда, у людей есть все, комфорт, комфортная жизнь везде, а люди идут в джунгли и реально проживают жизнь первобытного человека, для того, чтобы вот, ну, вот игра такая. Я еще тоже, это был такой фактор, я поняла, да, это реально такая игра. И
вернусь к тому, как успокоить свой ум, когда проблемы с деньгами. Вот представляем себе, я дочка или сын олигарха, который может в любой момент вот, порешать все мои проблемы. В любой вот критический момент могу обратиться типа к папе, и папа все порешает. Я себе создала вот это вот реально такое состояние. Вот это вот состояние, типа, папа все порешает. И, конечно, параллельно с этим я делала там дыхательные практики, медитации. Я настраивала себя на вот эту вибрацию, на вибрацию изобилия. Я там просила, молилась, в общем, все я делала, но... Вы же не будете весь день ходить в этом там дыхательной медитации или в чем-то еще. Но когда вот накрывает состояние, блин, все хреново, как же мне отдать вот эти долги, что делать? И ага, я вспоминаю, нет, это все игра, папа все порешает. Давай-ка. Типа, до какого уровня, типа, ты дойдешь? И знаете, вот, ну, до какого там сейчас уровня дошла, ну, когда вот у меня было реально вот критично, и после этого еще пока не было такого, чтобы меня там кредитор там долбил по голове или какой-то там мне пистолет в голову конкретно вот ставили мне, отдавай долги или тебе капец, или, например, вы лежите там больной, или я там лежу больная, например, нахрен вся, и типа я не могу ничего сделать, вот я больная, у меня куча долгов, у меня там все хреново, такого не было. Вот это все игра. И играй как хочешь. В общем, я хочу сказать, что при проблемах, когда проблемы с деньгами, такие вот, это главное удержать состояние, что все будет хорошо. Все будет хорошо. И ради вот этого состояния все способы хороши тоже. То есть себе представить вот так вот и так вот. Действительно, это все игра. Наша жизнь вся игра. Вы же знаете. Ну, вот так вот. Я рассказываю просто то, что мне помогло, то, что со мной сработало. Посмотрим, как будет.